Создатель конного аттракциона «Кубанские казаки» Юрий Мирдинов появился в Сочи спустя 40 лет. Все эти годы он показывал цирковое мастерство артистов и конкретно джигитовку, популярную среди народов Кавказа и казаков в заграничных турах. Это Франция, Бельгия, Голландия, Италия, Америка, Южная вся Америка, Колумбия и так далее, понимаете? Вот. Поэтому нас не отпускали просто. На лошадях настолько стремительны, что захватывают дух у зрителя. Гимнастические, акробатические трюки выполняются артистами Росгосцирка на высоком профессиональном уровне. Будешь знать технику, будет легко работать. Поэтому как бы нам особого труда не заставляет. Ну, конечно, азарт и скорость берут свое. Все артисты работают по специально разработанной технике руководителя экстрим-шоу Мирдинова, за плечами которого 65 лет творческой деятельности. Есть редкая возможность посмотреть на их высокую работу и, в общем-то, насладиться другими номерами, в числе которых, кстати, экзотические для южных регионов России северные олени, лайки, дикие кабаны. Вид кабанов, конечно, впечатляет, а вот что они исполняют на арене цирка, увидим завтра. Удивят и благородные олени морала. Животное мощное, прекрасное и сильное, подпускает к себе только дрессировщицу. Взяла животных, и хотелось что-то такое, знаете, того, чего не было в цирке. Ну вот решила взять оленя. Но поскольку они не приручаются, конечно, с дрессировкой было сложно. Но терпение, труд, все перетрут. Премьера циркового шоу состоится 10 сентября в субботу. Гастроли продлятся до середины октября. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.